Ну, там ребятки уже что-то устраивают, какую-то сосисочную вечеринку. Там на миде наш кор напоминает о снайпер, он очень сильно просел по хп. Стоит у меня там под медовым тавером, регенится, подгорел какса. Ребята, это у меня кто-то подписался. Дело в том, что я записываю сейчас игру на OBS. Это у меня появился подписчик новый. Спасибо за подписку, дружище. Жаль, что это ты, наверное, не увидишь и не услышишь. Просто у меня вот эти уведомления, они иногда беспокоят меня. Но ничего страшного, ребята, это все нормально. А у нас мид против Клинкза. Герой достаточно легкий. Нужно просто иногда воровать вот так вот у него статы. И все, соответственно, будет у нас хорошо. Сами фармим, фармим. Стараемся не пропускать особенно крепочков. Хорошо, и забрали этого и того. На Клинкза стараемся так немножечко бычить, как бы показывать, кто здесь папа в доме, кто здесь в доме хозяин. И все нормально, он с нас уже слез. Особой угрозы не представляет, хотя он может думать то, что вот, у меня стрелы горячие, я могу тебя из первого, как бы, из кушечки своей разбабахать, но мы так не считаем. У нас свой геймплан на игру. Он пишет поставить паузу, ребята не в курсе, наверное, то, что паузы больше не работают, ребята, до 4 минуты, к вашему сведению. Мало кто это знает, особенно на рекрутах, как я понимаю. Но это сделано специально, чтобы каждую игру не ждать в начале каких-то ребяток, у которых очень слабые компы, или я не знаю. Ребят, напишите в комментарии, какая у вас причина, если вы постоянно вылетаете, если вас союзники ждут, и вы не можете, соответственно, вернуться долгое время. Либо слабый комп, либо слабый интернет, либо, может, мама позвала куда-то там. Может такое быть? Я думаю, что может. Но у нас тут достаточно интересная тема. Мы пытаемся добивать всех крипов. Вот этого тоже добрали. Клинкзу не даю ничего. Пока что он второй левел, я тоже второй. Но скоро это будет совсем не так, я уверен, ребята. Мы сможем ему показать, что такое настоящее искусство на Сларке. Как ловить на гензюцу. Скачать бесплатно, без смс регистрации. О, господи, к сожалению, не получилось. Ну ладно, это первый, это разминочная гензюцу. Я так чисто отпугнул его. Да и все нормально, ничего страшного, бывает. Сейчас у нас пачечка, вот, очень много фарма. Сейчас мы его аккуратненько возьмемся, зафармим. И будет прикольно, мне кажется, да. Он снял, к сожалению, Vision. Какой-то умный Клинкс, возможно, что даже бустер. За это он получает гензюцу. Своим первым вообще не дамажит. Феноменальная драка происходит, но я вынужден чуть отойти, чтобы не отдать ему свое, так сказать, преимущество. Но я сейчас покушаю танго, наберу сил и потом еще разок. Да, на гензюцу, дружище. Туда его, туда. Фу. Какой я жесткий, парни. Видали? Это все на 500 ммр, напоминаю, происходит. Просто жесть. Разрыв башки. Не иначе. Огромная пачка у нас есть. Можно будет тут расфармиться просто. Да, мама, не горюйся как вообще. Под завязочку. Все, я взял, значит, вот эту рунку. И у нас вот еще огромная пачка осталась. Мои крипы все умерли, это очень выгодно, потому что Клинкс не получил за них ни экспу, ни опыта, ничего. Единственное, что он получил, это удар от меня по щам. С ноги, с разворота. Все нормально, ребята, все нормально. Крипы добиваются, вот это, к сожалению, нет почему-то. Может это добиться? Нет, это тоже не хочет. Да что ж такое, они как заколдованные. Давайте попробуем с Клинкзом еще подразметься немножечко вот так вот. И сюда его, и туда. Так, ну что, он будет разметься до последнего. У меня еще Феррик. Феррик прожал. Господи, очень страшно. Да, я его забрал, и, к сожалению, крипы меня добили, ребята. Но ничего страшного, такое тоже иногда случается. Такое случается, ну, не будем переживать. Зато мы убили его первыми, получили больше опыта. А, и, как следствие, еще и золото в том числе. Сейчас попробуем докупить уже ПТ-шечку. Мне кажется, должно будет получиться прикольно с ПТ-шечкой. Все-таки, как-никак, она дает нам и статы на ловкость, и на ХП можно переключить. А иногда даже и на ману помогает. Очень универсальная вещь такая на Сларке, знаете ли. Всегда помогает, всегда. Я вот никогда фейзы сейчас не беру. Фейзы — это глупая трата денег, ребят. Поэтому если вы играете вдруг на Сларке, обязательно тарьте именно ПТ. И никак иначе. Да. А Клинкс пока что еще идет. Похоже, он заблудился где-то по дороге. Я не знаю, как еще иначе объяснить. Вот, он пришел. Возможно, что он прокачал инвиз. Но я не думаю, что он сможет вовремя его нажать, если честно. Я сомневаюсь в его усилиях, в его возможностях. И не только. В игре тоже, кстати, ребята, я немножечко сомневаюсь. Но я не сомневаюсь, что у меня пока что идет все нормально по лоскиту, более-менее.
У нас почти что пятая минута, 20 крипов есть, 11 за Денайна. В принципе, ребята, ну, как вам известно, я тут не потею, не собираюсь прям супер жестко отыгрывать, потеть, бороться за каждого крипа. Там у меня что добилось, что то добилось, что не добилось, да и хрен с ним. Это же 500 ММР, камон, ребята, парни, ну чё, не смешите, а? Ладно. А, ну давай. Появляется у нас ульта. С этой ульты мы сможем сделать гарантированный фраг, но нужно быть предельно осторожными. Тем более, что у Клинза, скорее всего, есть инвиз. Скорее всего, он его прокачал, мне кажется. Пока что он бродит, доходит вокруг тут. Вот так вот мы его на Гензюса ловим, и он уходит в инвиз. Как я и говорил, ребята, он все-таки додумался, он умный. Я заметил такую тенденцию, что на более высоких рангах Клинзы почему-то не всегда качает инвиз. Предпочитая максить стрелы и, соответственно, свой первый скилл. Но это в молоко он дает кушечку. Я очень сильный по-прежнему, даже не буду ставить ульту. Мне ничего не страшно, ребята, я не боюсь. Я герой 500 ММР. Всем привет, если что, меня зовут Незнаков. Да-да, тот парень из YouTube Shorts. Очень приятно. Спасибо. Да-да-да, игра будет очень интересная, ребятка, я уверен. Мы сейчас соберем такие штуки. Ребята, давайте в этой игре конкретно сделаем челлендж на максимальное количество пассивок. Я не знаю, сколько получится набить. Пока что у меня только 3 пассивки за, значит, за третий. То есть 3 раза я убил Клинза, у меня есть 3 пассивки. Интересно, сколько я смогу сделать фрагов в этой игре? Мне кажется, что я, если постараюсь отыграть на фраге, мне кажется, что у меня получится какое-то крупное значение. Я буду, ребята, к этому стремиться. Вот так вот проходит Рубик, я прожимаю ульту, начинаю драться. К сожалению, Клинз уходит в инвест, я сразу же ему даст. Все нормально у нас, все нормально. Чуть-чуть в тени отрегениться, подумать о смысле жизни. Тут Рубик на гендзюцу, друг, давай, покатаемся чуть-чуть. Ты не против? Мне говорят, я не против, давай я тут феррик прожму. Говорю, да камон, братик, вообще не вопрос, все нормально. Все нормально, регенку я даже, тьфу, блин, извиняюсь, руну иллюзии даже не буду брать. Она для бомжей, я считаю. Все у нас и так нормально, зачем нам эти иллюзии? Мы сами создаем иллюзию нашего скилла на 500 ММР, парни. Это передовой рейтинг. Здесь играют настоящие мужики. И иногда даже школьники. Уж не знаю, кого больше, ребята. Напишите, какой у вас рейтинг в комментариях. Напишите причину, по которой вы, например, играете на 500 ММР. Если вы играете давно и не можете апнуться, не можете камбэкнуться. Быть может, вы получаете просто удовольствие от игры. Быть может, у вас плохой интернет. Быть может, и то, и другое. Быть может, и компьютер. Я не знаю, ребята, напишите обязательно в комментариях. Ваше мнение безумно важно для меня. Я потом с удовольствием почитаю все это дело и отвечу на каждый комментарий. Я вам клянусь, не сомневайтесь в моих словах. Вы на канале Незнаков. Тут говорят только правду. Аминь. Пока что продолжаем фармить, ребяточки. У нас достаточно много уже золота накопилось. Скоро будет аганимчик. Я думаю, что он будет очень ранний. Достаточно ранние, Клинкс особо нам не мешает, поэтому мы практически на фрифарме. Сейчас бы забрать еще хосту, сходить сверху. Забрать бы ее, она так и манит. Чертяга, хочу забрать и прожать ТПшку. Через шифт я это сделал. Но господи, где хоста? Что за черная магия? Это что, Клинкс увел ее из-под носа? Да быть такого не может. Похоже на какую-то брехню, ребята, я извиняюсь. Но, кажется, оно так и было. За это он еще поплатится, но немножко позже. Я специально дождусь этого момента, чтобы отомстить со всей силы. Со всей дури, ребята, снова у меня подписочка, кажется, началась. Прошу прощения за вот эту музычку на фоне. Кто-то просто еще раз подписался на мой канал. Вернее сказать, снова подписался. Еще один подписчик, добро пожаловать, дружище. Жаль, что ты об этом не узнаешь. Сларк, топай к нам. Вообще, я не против, вообще, абсолютно не против, ребята. Сейчас подойду, скоро буду. Все, ребята, ребятам дал кол, что сейчас подойду, все у нас будет хорошо. Делаю ТПшечку, попробуем здесь забрать кого-нибудь хотя бы. Там зомбичок. Получится ли подцепить? Нет, к сожалению, не получается, но помогает Сэмка. Сэмка подморозила. Надо впиваться в этого зомбаря. Акс помешал нам, но мы не боимся, у нас есть ульта. Зомби. По щам, на, с ноги. Дружище, извини, что так грубо. Я не специально, я миролюбимый на самом деле, ребят. Всем спасибо, кто меня смотрит. Все нормально, парни, красавцы. Сейчас нам надо чуть отрегениться. Там на меду уже Клинкс снова. Я купил сразу три доста, это на Верочку.
куплю Point Booster, и, ребята, вы знаете, я когда покупаю Point Booster, сразу начинаю играть лучше. Потому что Point Booster состоит из бустера в своем составе. А я почти что бустер, ребята, я на 500 ММР играю, это же мама не горюй. Кстати, ребят, я потом сделаю обязательно нарезочку из этого видеоролика. Просто по приколу и напишу специально, играю на 500 ММР, чтобы на этот раз ребята не писали, что тот видос был на 500 ММР, потому что тот видос, парни, был на 2К. На 2К рейтинга было, мне засрали, говорят, ты, блин, герой, там 300 ММР, 500, да ты что там делаешь? А вот решил, думаю, а чё бы нет, ну, пойду тогда реально на 500 ММР. Сыграю, покажу мастер-класс ребятам, посмотрим, что из этого выйдет. Я даже не буду, ребята, стараться особо потеть, здесь люди сами себя убивают, извиняюсь за выражение вот это такое. Оно достаточно устойчивое, почти что фразеологизм, но это действительно факты. А мы с вами всегда выбираем язык фактов, особенно когда касается дела, значит, вот перестрелки, либо какой-то драки, да? Ну да, поэтому я вот думаю сейчас пойти подраться на низ. Делаю ТП-шечку, получится ли кого-то подцепить на этот раз? Зомбарь у нас ошибается. Акс хочет меня загреть. Не хочу, Акс. Уйди от меня, противный. Сбрасываем это дерьмо. И начинаю впиваться в зомбаря очень плотно. Он очень жирный молодой человек, но нам это не страшно. Акс нас подцепляет, у нас есть ульта, куча стаков. Просто начинаем выеживаться на них. Феноменальная стойкость. И все-таки, добрать бы его. Второй есть, приходится тратить. Зомбаря на развороте, он зачем-то прожал ультимейт и сразу же умер. Ребята, где это было видно? Сразу умер зомбарь после ультимейта. Надо было ему сразу прожимать. Он до последнего зачем-то дождался и такой, ну ладно, хоть перед смертью нажму. Может, что-то выйдет из этого, но, к сожалению, ничего не вышло. Но вышел для меня, ребята, я тащу. Я играю на 500 ММР 9-1. Феноменальный счет, просто феноменальный. Цемочка зачем-то дала мне фласку, не знаю. У меня без фласки было все нормально. Я вообще в ус не дул. У меня пассивка есть, у меня ульта. Она также вот меня регенит, когда я во тьме всякой. Тут, кстати, у них вижена вроде бы нету. Хочу найти я Клингзана, нахожу Акса. Хочу с ним закуситься. Акс, давай драться, один на один. Ну-ка, Акс, покричи на меня. Акс не хочет кричать, поэтому мне приходится покричать на него самому. Ребята воюют, хотят меня убить. Но я не дамся так просто. Пойду чуть отрегенюсь. А все вот эти фраги оставлю ЦМ-ке. ЦМ-ка заслужила. И она убивает Акса. Гонимчик у нас почти что есть, ребята. Время 12 минута. Осталось буквально одну шмоточку докупить. Огр Акс, так называемый. Как раз таки Акса мы добрали и купим себе Огр Акс совсем скоро. Покажем этому Аксу, что творит Огр Акс, из которого собирается гоним. В том числе. Вижу на центральной линии Клингза. Но думаю все-таки слетать наверх. Тут задевается какая-то интересная перепалка у нас. ЦК так и не успевает прожать стан, поэтому я просто впиваюсь дальше в зомби. Вот так вот, и снова гендзюцу. Рубик сорвал ультимейт, но что он сделает с его помощью? Я думаю, что ничего. Поэтому также попробуем впиться в него. Снова гендзюцу сработало адекватно. И Рубик покидает нас в таверну. Лучше. Это я, ребята, спасибо. Действительно, я играю очень мощно, особенно если речь идет о 500 ММР, парни. Специально по вашим советам решил вернуться на мейн. Здесь мне очень комфортно, и знаете, я чувствую себя настоящим мужчиной. Настоящим бойцом. Просто машиной для убийств, если так можно выразиться. Снова вернулся сюда ЦК. Попробуем в него прыгнуть. Я угадал с иллюзией. Резать. Немножечко страшно, надо отойти. Во тьму, и здесь, во тьме мне всегда комфортнее, не знаю почему, но когда я на сларке играю, так и хочется куда-то уйти во тьму. Там постоять, порегениться, чуть-чуть. Хотя бы самая малость уже становится приятно. Гонимчик прилетел у нас, я впиваюсь в андайнга, дальше в Рубика. Господи, я чуть-чуть промахиваюсь, буквально на пиксель, на один пиксель. Не хватает, приходится прожимать ультимейт, чтобы добрать его. Все получается у нас, ребята. Гоним достаточно ранее у нас вышел, кстати, к слову, да? С учетом того, что я еще купил и досты, и стики, и всякое прочее дерьмо, и ПТ-шечка у нас тоже на месте. У меня уже есть деньги, парни, даже на Аганим Шарт, но, к сожалению, я не могу еще его купить, потому что нету 15-й минуты. Поэтому мне придется немножко подождать.
Единственная проблема, парни, у этого Славка, то, что у него некоторые трудности с монопулом. Но зато я могу сейчас филигранно попадать своим паунсом, своим вторым скиллом Вакса и убивать. Просто по КД, ребята. Посмотрите, у меня 36 таков. Это же... Это что такое? На 14 минуте 36 таков, 224 урона с руки и 31 брони. Поэтому, ребята, если вы действительно играете на этом рейтинге, а рейтинг, напоминаю, 500 ММР, это рекруты, почему вам не попробовать изучить мой гайд, который уже записан на канале? Гайд у нас называется «Как апнуться на сларке на центральной линии». Это медовый сларк, который просто крошит всех и каждого. Рубик все-таки своровал у меня второй, но я за такое не прощаю. Сейчас мы его поймаем, ребята. Опа! Снова было Гензюсу. Все у нас нормально, парни. Сейчас чуть надо отрегениться. Маны единственное все время не хватает. Хочется что-то на ману. Но я не хочу. Я хочу собрать боевые артефакты. Потому что я сегодня буду драться. Буду драться как последний герой. У меня уже 17 пассивных стаков. Ребята, это очень много, если что. На 15-й минуте, да? И 16 фрагов. Нифига себе. Да я реально машина. Могу и завестись, если потребуется. Но пока что не требуется. Вижу Кринза. Хочу в него ворваться. К сожалению, у меня вот этот баг был сейчас с табом. Прижимает осты. Подходит еще Акс. Акс меня агрит, но я дерусь до последнего. Сначала Клинза надо добить, прожимаю ульту. Акса снова подцепил. У меня есть фулл слоты, у меня есть все, что мне нужно, ребята. Я буду драться до последнего, не буду даже бить тамбу. Зомби тоже отъезжает. Отлично, и ЦК мы добираем. Теперь надо бы все-таки добить тамбу. Много зомбарей, это всегда гадость, это всегда неприятно. Ненавижу под ними драться, но на сларке это не так сложно. Рубик начал выеживаться на меня. Господи, он опять своровал у меня вторую. У меня второго заряда нету второго. Второго заряда второго. Как звучит прикольно-то, а? Ребята, а мы вот так вот на гензюцу умеем. Нормально. Получилось, дамы и господа. Филигранное исполнение от Сларка, то бишь от меня. Всем привет, меня зовут Незнаков, если что. Как у вас дела-то, ребят? Напишите хоть в комментарии, а? Мне же интересно. Кстати, 19.1, я хочу купить вот эту штуку на ман-реген. Чисто, чтобы регенить ману, рефрешер я пока что не буду. Прямо сейчас тарить, скорее всего. Хотя, может, и затарю потом. Не знаю, пока что мы деремся с Аксом. Акс получает опять по щам. Там еще ЦК, я удар сразу не увидел. Нифига, он какой юркий. Но он отправляется снова в таверну. 58 временных стаков. 24 постоянных, ребята, 17-я минута. Игра просто обещает быть суперинтересной. Поэтому обязательно досмотрите ролик до конца. Мне кажется, что я могу поставить мировой рекорд просто по наличию стаков. Хотя я не знаю, есть ли вообще такое. Мировой рекорд по стакам. Интересно. Мы отправили Кинза только что к его... Нет, туда не буду говорить. Ну, в общем, мы его отправили в таверну. Просто в таверну. Все нормально, деремся пока что с Рубиком. Тут рядом еще зомбарь у нас что-то выеживается. Мы его не боимся. Бьем смело в Блэдмейл. Повыеживаемся еще чуть-чуть на Акса. У нас еще есть Тэшечка. Главное... Эй... Акс что-то очень сильно раскрутился, поэтому я не успел, к сожалению, прожать свою Тэшечку. Это мой аганим шарт, ребята, если что. Но, блин, немножечко не получилось. Ничего страшного, бывает, парни. Мы сильные. Когда мы едины, мы непобедимы. Я всегда себя так утешал. Особенно в таких командных играх, как Dota 2. Что-то снайпер там, по-моему, заблудился. Вон 9-й левел, когда я уже, парни, 17-й, кстати. Просто я не знаю, какой же разрыв между нами. Снайпер, давай живи, дружище, я болею за тебя. Но снайпер, к сожалению, умирает. Скорее всего, болезнь была смертельной. Пока что мои союзники пытаются тут отразить нападение врагов. Получается, у них едва ли, но может хотя бы ЦК заберут. Да, ЦК не забирают. Вилочка, бедная вилочка. Вилкой в глаз или... впрочем, неважно, я уже резнулся, ребята. Идем на мид, на центральную линию. Сейчас будем делать что-то интересное и прикольное. Попробуем, Вакса. Люблю, когда на меня кричат. Акс, давай еще разок, сможешь? Не получается. Давайте вот этого зомбаря. Раз, два, три, и готово. И двойное убийство для Циенки, кстати. Но мне не важно, мне главное сейчас стаки. Мы играем с вами, ребята, на стаке. Нам пофигу на все остальное. На фарм, на крипов, на героев. Мы играем на стаке. Возможно, еще на киллы, но не факт. Мне главное стаки все-таки. Хочу набрать очень много, ребята, стаков. И мы посмотрим, что у нас из этого получится. Филиграна прожимаю, первый скилл.
Меня они пытаются пробить, но не могут пока что. У меня еще также есть ульта. Нажимаю ульт. Продолжаю всасываться просто в ЦК. Рубика бы забрать. Получается. Боник. А если я прожму на сты, братик, что будешь делать? Ничего не будет делать, и он умирает. Приходит так, очень вовремя. О, господи, что за внезапная пауза? ЦК специально, что ли, прожал паузу под Акса? Что это такое, ребята? Я не знаю. Это что, за ЗХЦ какие-то, ребята? Они что, у них какие-то могут быть разногласия в команде или нет? Кстати, здесь сейчас очково, поэтому я чуть отойду. Хочу спрятаться за деревце. Ну, либо, ладно, так уж и быть, давай просто по щам надаю и нафиг уйду отсюда. Все, я вас не боюсь, ребята, я сильный очень. Я играю на 500 ММР. У меня все нормально. Только некоторые беды с башкой имеются. Ну, иногда они проходят. Ну, так сказать, временная ремиссия случается. Но сейчас пока что период активного полураспада урана в моей крови. Всем приятного аппетита, кто кушает. Куплю себе еще вот эту штучку. На ХП реген и на мана реген. Потому что у меня постоянно просто уходят ресурсы все. Я стараюсь прыгать как лягушка. Снова забираем Боника. Попробую еще найти кого-то. Ребята, у меня 61 стак. Это просто смерть врагам, так называемая. Сейчас я уже Акса не боюсь. Я кручусь просто как пропеллер. Точнее, Акс крутится. Я начинаю просто впиваться в каждого. Не боюсь, бью в обратку. Урон, который проходит в обратку, он на меня почти что не действует, ребята. Потому что он проходит через мою броню. А брони у меня 57 только что было. Сейчас уже 54. 70 стак, 62, 68. Это очень много, ребята. Это феноменальное значение. Это огромное. Как же я вожу на 500 ММР. Да, я машина, это правда. Ладно, чуть зафармим вот эту линию. Я не хочу просто пушить. Я хочу сыграть чисто на стаке. Чисто показать всем ребятам, кто писал, что я играю на 500 ММР, что такое действительно 500 ММР. По-моему, это звучит как идея. Как идея, но не самая лучшая, наверное. Но все равно будет забавно. Поэтому, ребята, напишите в комментариях, как вам такой контент с 500 ММР. Интересно ли вам такой смотреть, или вы считаете, что это не очень может быть, а может и очень. Поэтому ваше мнение всегда для меня важно, ребята. Не забывайте об этом. Пишите в комментариях. Давайте вместе дружить, общаться, поддерживать, налаживать какой-то контакт. У нас тут на канале всегда говорят правду и очень интересные вещи, это факт. Попробую взять сейчас я вот это волшебство. К сожалению, время 22 секунды. Да, уже инвиз. Ну ладно, ничего страшного, попробуем клинкза. У меня, к сожалению, нету достов. Блин, что делать-то, а? У саппортов тоже нету, ребята. Если вы играете на саппортах на 500 ММР там или чуть выше, обязательно покупайте досты. Акс, зачем ты на меня накричал? Акс, я же так просто не отпущу тебя теперь. Сначала надо разобраться с Рубиком, а то он любит, вы знаете ли, у меня врать второй. А из этого может выйти что-то не очень приятное. Сейчас надо будет с зомбарем разобраться. Он снова начал выеживаться. Все-таки, ребята, посмотрите, какие чудеса творят вот эти стаки со Сларком. Он просто может делать абсолютно невообразимые вещи. Ловлю клинкза, он снова уходит в инвиз. Акс меня прыгать не хочет, я специально его байчу на это. Придется идти на базу. Хорошо, я успел прожать свою тэшечку. У меня еще есть рефреш. Впиваемся снова. Начинаем атаку. Клинкс, пошел в жопу, друг. Остался Рубик, смогу ли я его добить? Добиваю. Почти что, но тут приходит Акс, снова на меня кричит. Ну и нафиг, парни, я сваливаю, мне что-то очково. У меня очко жим-жим. Не знаю, как у вас. Курьера, я думаю, забрать, но не, лучше. Опять Акс кричит, да что ж такое. О, Рубик засейвил меня, спасибо, братик. Спасибо, дружище. Все, я нафиг отсюда свалю, что-то очково там. Стало уж больно очень сильно, ребята. Не люблю я так сильно, когда у меня очко сжимается. Все-таки, это, знаете, такой специфичный опыт. Сейчас бы ЦКшку поймать. Как он меня обхитрил-то, а? Очень ловкий парень, но в этот раз уже все. В этот раз я его обхитрил. Приходит Акс, помогает мне набить еще больше стаков. ЦК мы увидели настоящего. Ощутили, теперь зомбарик у нас остался. Господи, какие тычки! Вы посмотрите, парни, 91! 91 пассивка была. Почти что 100, 100 брони, парни. Это такая дичь. Вот вам и 500 ММР. Вот вам и 500 ММР. Не, пушить я не буду, ребят. Ну и нафиг, я хочу чисто на пассивке сыграть. У меня 47 временных пассивок. Это что за такой результат-то, а? Я не знаю, ребята.
Что-то страшное творится в этой игре, это гарантированно. Возьми себе, наверное, эту шмоточку, она вроде получше. Что-нибудь есть нормально? Нет, ничего нет, одно говно осталось. Специально для меня. Специально то, что мы любим. Муншардик. Может, муншардик взять? Да, можно муншардик. Почему нет? Звучит как прикольная идея. Он машина для убийств. Да, ребята, это я. Это я машина. Я хочу драться. Давайте, поехали. Поехали, дамы и господа. Начинаем влетать. Ну, кто? Кто-нибудь? Давайте, ребята. Со мной давайте дуэль, со мной. Опа. Все, в ЦК попали. Он хотел разультиться, но, к сожалению, не смог. Потому что, как я понимаю, мой второй скилл дает ему оцепенение, то бишь привязку. И он не может использовать свои ультимейты. Как и многие другие эскейп-способности, в том числе, например, ульту Пангольера. Так что, ребята, это обучающий ролик в том числе. Но давайте не будем о грустном. Я не хочу умирать. 5 минус 4. Рамбагу мне так и не дают, к сожалению. К сожалению, не знаю почему. Прожимаю от безысходности до сты, но Клинкс уже явно не тут. Все-таки у Клинкса другие планы по поводу меня. Он думает, не, с этим сларком я точно не буду связываться. А вот с зомбарем, вот, кстати, зомбик так не думает. Зомбик вообще не прочь со мной потрейдиться. Но, к сожалению, буквально на 4 тычки его хватило. Не знаю, не хочется меня пушить. Пойду-ка я куда-нибудь туда пофармлю. Может, муншардик еще докуплю. Там поинтереснее в лесочке. Не хочу рано заканчивать, парни, эту игру. Это же 500 ММР. Здесь нужно тащить. Здесь нужно быть героем. Кстати, ребята, если вы смотрели мой прошлый ролик, то я там рассказал о самых главных ошибках, которые допускают люди с ранга рыцари. И что именно так и не позволяет им достичь наконец-то высшего ранга, высшую награду и, как это называется, высшую должность, герой, конечно же. Все, я иду фидить. Ребята, я иду фидить. Давайте подеремся. О, с Рубиком дуэль получилась очень быстрая. Так, отойти немножечко надо. Очково, очково. Зря я захожу сюда, наверное. Да, Акс меня агрит, я не успею прожать тэшечку. Опять нафидил. Что ж такое? Что за руинер на сларке играет? Это просто ненормальный человек-мутант. 93 секунды мне еще ждать, ребята. Это просто смерть врагам. Ну, кстати, не только врагам, еще и союзникам. Наши что-то тоже раз виделись. Зомбик ставит тамбу, хочет подраться. Мои ребятки вроде бы отходят, не знаю, получится ли у них выжить. Тем временем, у меня на 26-й минуте 26-й левел был. Ребята, вы понимаете, насколько я сильный игрок? Вот вам и контент на 500 ММР. Это факт. Это факт, это знать надо. Блин, еще 60 секунд ждать. Это же с ума можно сойти. Вот реально становится очень скучно. Куплю, что ли, вот этот Tome of Knowledge. Может, я благодаря ему смогу хотя бы немножечко поумнеть, чтобы так больше не фидить. Так сильно. И так глупо. Я уже не знаю, что еще мне можно будет докупить. У меня вроде бы все, что есть, что нужно. Попробую закупиться на жир, если получится. Я уж не знаю, ребятки, сколько минут будет эта игра идти, поэтому возьму на всякий случай гем. Во-первых, вижен поснимать, во-вторых, еще клинк всякие там, знаете, бесит. Иногда приходит так не вовремя и начинает выеживаться что-то там и уходит в инвиз. А у саппортов, как назло, нету просто вижена. Что делать, я тоже не знаю. Поэтому просто буду с гемом ходить, и все будет круто. Все будет офигенно, отлично. Он Аксик там фармит лесочек. 14 левел, кстати, пока я уже 26-й. Вот, кстати, я пока посидел в таверне. У меня левел отставания по минутам сразу увеличилось. На 2 левела я стал отставать, ребята. Я не знаю, что-то очень жестко получилось. Конечно, больше не хочется в таверну отправляться, но все-таки вы же помните, что наша главная цель — это фармить пассивочки. Как вы видите, меня Акс вообще больше не пробивают. Вот что пассивки творят со сларком. Какое чудо. Кстати, ребята, Саша и Яша также увеличивают пассивный реген от моей ульты. Поэтому я ее и взял. Также она ускоряет и, значит, мое передвижение. И она еще, плюс к этому ко всему, помогает избежать мне долгого стояния в агре Акса. Ведь он мне так сильно не нравится. Сходим, ребята, к ним еще разок на базу. Попробуем с Рубиком хотя бы подраться. Делаем минус 3 стабильные. Ух, уж не знаю, уж не знаю. Там остается где-то Клинкс. Я его не вижу. Поэтому пойдем фармить лесок. В лесочке у нас своя атмосфера, тут всегда интереснее.
Можно попить всяких нейтралов. Спасибо за подписку, кто-то опять подписался. К сожалению, ребята, я не на стриме, просто я раньше каждый день стримил, но, к сожалению, очень тяжело с нуля, не имея особо лояльной аудитории, как-то начать продвигаться на стримах. Поэтому я решил, ребята, стать контент-мейкером. У меня, к сожалению, зависла вся игра. Господи, какой ужас, это у меня провайдер хандрит. Так что не зря, ребята, я играю на 500 ММР. Это мое оправдание. Все, у меня плохой провайдер. Как вам такое, Илон Маск? Не знаю, говорит он мне. Я влетаю в зомбаря, начинаю месить, прожимать бэдмейл. Бэдмейл не помогает. Господи, опять я попал под агр. Успеть бы что-то прожать? Нет, они комбинируют. Ну и нафиг, все, ребята, я байбекаюсь. Ломаю шмотки. Шучу, конечно, не шмотки. И лечу снова драться. Тоже надоело, я больше не вынесу, ребята, столько долго сидеть в таверне. Это с ума сойти можно. У меня 27 левел на 30. Мне нужно, чтобы левел был наравне с минутой. А эти ребята мне явно мешают. Поэтому возьму себе шмоточку, быстро бегать и регенить хп, а также ману. И пойдем еще разок подеремся. Там остался только Рубик, к сожалению. Но мы готовы и ради Рубика пойти еще разочек прогуляться до фонтана. Но до фонтана, кстати, не пришлось. Ждем Кингза, может он придет. Уж не знаю, ну давайте сейчас. Надо что-то для Вижена купить. Гем, к сожалению, недоступен. Ладно, возьмем Сентри. Ах, они дурачки, они стоят просто. Они меня байтят, а я байчу их. Что, не ожидали такого, да? Зомбарь такой притворился АФКшником. Ну, сейчас я этого Сарка убью, но нет. А Клин тут реально мужчина. Он даже не дернул глазом. Просто наблюдаю за этим всем. Такая история, ну ничего, сейчас может воскреснет еще Акс. Попробую еще разок сыграть на дурачка. Получится ли? Господи, о, хорошо, как Дазл засейвил меня. Акс промахнулся, прожимаю свою ульту. Все, начинаем наваливать, ребята. Туда-сюда, обратно. И всем очень приятно. Все, я все свои ульты и тэшечку сдал. Надо отойти немножечко. И здесь снова напасть. Почему бы и нет? Очень приятная драка получается. Надо поймать. Всех поймать. Клинкза туда. Все, и отойти от фонтана. Фонтан мне не друг больше. Кстати, трон уже почти сломали. Господи, какой ужас. Ребята, вы только посмотрите. Получается у нас 62 стака. Что, неужели я такой жесткий? Да нет, это не жесткий, это просто 500 ММР. Ребята, если вам нравится такой контент, то напишите в комментариях. А если не нравится, то напишите, что я лох. Понятно вам? Так и напишите. Незнаков, ты лох. А я буду ждать вашего комментария. И попробую сейчас разбить, успеть шмотки. Чтобы меня тут не забанили нафиг. От греха подальше. Все, гонимчик туда, рефрешер туда. Саша, Яша, нафиг она нужна на две лохов. Все, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем спасибо, до свидания. Вас люблю очень сильно, Незнаков.